Всем привет! Я решил делать формат влога ежедневного. Что-то будет в прямом эфире, что-то будет в записи. Сейчас вот в записи. Сегодня у нас 9 сентября 2023 года. Я нахожусь в Нью-Йорке и вам сейчас расскажу, что это такое. Это один из парков. Находится между Бронксом и Квинсом и Манхэттеном на одном из островов. И это абсолютно бесплатная пати. То есть может каждый прийти сюда и взять себе еду. Сейчас покажу, какую дают еду. Алкоголь, пиво, вино, шампанское, лимонад. Тут небольшая очередь. Хотя я взял бутылочку пива только что. В очереди не было. Показываю вам алкоголь. Ты должен наклеить бэджик. Ну, кто-то наклеивает бэджик, кто-то не наклеивает с именем. Вот видите, у людей есть бэджики. Сейчас, маленький сюжет. Ну, вот, пожалуйста. Еда. Есть специальный портал в Нью-Йорке, где можно смотреть, когда проходят такие бесплатные ивенты. Смотришь, приезжаешь, кушаешь, отдыхаешь, наслаждаешься видом на мосты.